Чемпионат чемпионов России по спортивной ходьбе. Последняя дистанция 10 километров среди юниоров до 20 лет. И на первое место уверенно вышел незадолго до финиша, за полтора года до финиша, Сергей Раков, мордовский спортсмен. Сейчас он уже идет к финишу. Финиш по третьей дорожке, не забываем. Финиш по третьей дорожке. Финиш по третьей. Вот мы видим финиш Сергея Ракова, мордовского спортсмена. Чемпионский финиш. Первым. Поздравляем его с победой. Костя Скуднов. Константин Скуднов, второй, тоже мордовский спортсмен. Номер 45. А вот Захар Слива получил штраф. Захар Слива получил штраф, к сожалению, который претендовал на последнюю минуту. Он получил минуту штраф, к сожалению. И поэтому он потеряет шанс. Но посмотрим, будет ли он третьим. Может, он все-таки сможет стать третьим. К сожалению, на последнем круге он получил штраф. Стоит, отбывает штраф минутный. Успеет ли Захар Слива отбыть штраф и финишировать третьим? Москвич Захар Слива. Штраф за дисквалификацию. Итак. И, к сожалению, Захар Слива получает дисквалификацию. Нет, получает дисквалификацию и, к сожалению, Захар Слива теряет шанс на медаль. А кто будет третьим? Сейчас я ему скажу, пусти лично шагай. Итак, третье место. Валерий Баулин из Мордовии шел у нас четвертым, и в данный момент он становится на Валиулин идет на третье место. Финиш по третьей дорожке. Тройной успех спортсменов Валерий Мордовии. Валерий Баулин. Третий. Тишь! Красав, Валер, ты третий.